Работники детского сада «Калейдоскоп» в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне решили зародить среди образовательных учреждений Ленинского района новую традицию – ежегодно проводить парад правнуков ветеранов победы. Воспитанники детского сада маршировали стройными рядами в форме разных рода войск советской армии. Некоторые двигались в колоннах на военной технике, которую смастерили из подручных материалов. В параде прошагал и бессмертный полк. Дети пели, читали стихи. Все было приближено к настоящему параду победы. Мы хотим возродить немножечко тот патриотизм, который был свойственен, ну, хотя бы даже вот людям моего поколения. Чтобы не прервалась вот эта ниточка, пока еще живы ветераны, чтобы не прервалась эта ниточка победы, героизма, любви к родине, чтобы они знали, что они не просто так живут на этом свете, и что есть что-то очень ценное, помимо всяких каких-то ненужных вещей, которые сейчас происходят в мире, что есть очень ценное – это их родина. Дети, которые приняли участие в параде победы, еще очень маленькие, но уже знакомы с праздником 9 мая, а главное, уважительно относятся к ветеранам. Я желаю им здоровья, мира во всем мире и вас с праздником. Всех с праздником, Днем Победы! Воспитанники детского сада «Калейдоскоп» подготовили этот концерт не только для своих родителей, а прежде всего для ветеранов, которых, кстати, на празднике было немало. Для людей, которые прошли войну, пережили голод и холод, особенно приятно, что подрастающее поколение чтит их подвиг, знает и помнит. Нет слов. Это нет слов. Это так организовано, чудесно. Я говорю, повезло же, кто ходит в садик. Прелесть. Порохом пропал этот праздник, с сединою на висках эта радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. В завершении мероприятия всем гостям было предложено угоститься фронтовой гречневой кашей с тушенкой. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.